Меховые подарки. В Энгельсе прошел розыгрыш призов от Дома моды «Ласка». Такие мероприятия, по словам организаторов, становятся уже доброй традицией. Кто стал обладателем главного приза норковой шубы, узнал наш корреспондент. Когда был открыт первый магазин, точнее, в каком году открыт был первый магазин модного дома «Ласка»? 94-й, ну, конечно же, абсолютно верно. Норковые шапки, сумки, а также тапочки и варежки из меха. Призы и викторины от дома моды «Ласка». Обладателями меховых презентов стали почти все участники акции. Но главным призом розыгрыша дома моды «Ласка» стала, конечно же, шуба. Счастливый выигрышный купон достался жительнице Энгельса Яне Муслимовой. По словам девушки, такой подарок от «Ласки» стал для нее полной неожиданностью. Коротенькая, очень удобно в машине, в транспорте и, конечно же, тепло и уютно. Повезло вообще, это неожиданно очень. Первый раз у меня такое. По словам организаторов акции от модного дома «Ласка», такие розыгрыши стали уже доброй традицией. Стать участником акции довольно просто. Участником стать у нас очень легко. То есть надо воспользоваться услугами либо нашей химчистки, либо приобрести что-то в нашем магазине, либо посетить наше кафе. И там раздаются вот эти вот купоны для розыгрыша. И все, и приходите, побеждайте, выигрывайте. У нас очень много призов. Такие акции в ближайшее время пройдут еще в нескольких магазинах Саратова и Энгельса, где главным призом также станет шуба. Дом моды «Ласка» – это неповторимый стиль и приятное соотношение цены и качества. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.